Всем привет, дорогие друзья, с вами Даридий, добро пожаловать в игрушку Troll Face Quest 13. Ну, давайте уже попробуем поиграть. Не забывайте, ребятки, про пальцы вверх. И те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Так, ну что ж, а мы с вами продолжаем. Сколько тут уровней вообще? О, ты всего лишь 13 уровней, ну, маловато. Ну ладно, а начнем, пожалуй. Причем игрушка на русском будет, неужели? Вау, я могу выбрать язык. Раньше такого не было. Так, значит, я читаю газету, читаю, и вдруг я увидел какого-то вот здорового мужика, я сильно испугался. Он достал фломастер, карандаш и написал мне цифру 13 на лбу, но он может себе это позволить, потому что он здоровый сильно. А, так, какие-то таблетки я нашел, то есть посмотрим. Вообще, зачем тут русский язык, я не понимаю. Лопалки, обожаю. По-моему, они всем нравятся. Нет, это было неправильно затея. Привет! Привет! Так, о, страус, здорово. Страус спрятался, но это неправильно. В троллов все должно быть наоборот. Так, ладно. Что тут можно еще нажать? А, так, может быть, что-нибудь в песке есть? Пирамида? А, по ноге. Теперь я перевернулся. Вот, смешно, да, тебе? Смешно? Я думаю, не очень. Я думаю, тут не надо прыгать. Ух ты, я расшибусь. А вот так? Ладно. Так, я вор, мне надо взломать. Банк, отлично. Ну, неправильно это. Вор не должен взломать банк. Нет там сокровищ, не будет там ничего вообще. Все, взламывай. Все, вор разочаровался, и мы с вами побеждаем игру. Тут, значит, кто-то будет играть на гитаре, и бабушка будет давать ему денежку. Хватит петь уже, ругается. Биг Бэнк, большой банк. А, вот так надо. Может быть, тебе тоже надо шапку опустить. А, все, получил, значит, свою монетку. А, шарик. Ты что, все шарики лопнешь, что ли? Это не очень хорошая затея была. Так, ладно, ты должен шарик один сюда поставить. Так, или что я тут должен сделать? Что они все лопаются-то? Ух ты! Ничего себе! Какой-то большой. Все сорвалось нафиг. И мы прошли уровень. А, я должен в химчистку поместить. Алкоголь. Это не то. Да что ты будешь делать? Ну как-то это открыть. Блин, а что я тогда должен тут сделать? Куда положить? Ты никак не открываешься. Ладно, мы обойдем. Вот куда я пришел. Другая локация, такой еще ни разу не было. Все, я постирал. А, я лягушка. Ему страшно. Нет, не так должно быть. Ты прыгнул? Теперь ты давай прыгай. Не бойся. Все, вон оно как. Так, проиграл. Я так понимаю, они играют в орел или решку. Блин, мне надо ее поймать, что ли?
Нет, то дело в другом. Он не должен победить. Ну-ка. Не получилось. Так, сколько осталось левелов? Это сейчас 10-й. Мы, значит, на лодке ловим рыбок. Таун-таун. Так, ладно. Ты поймаешься, нет? Рыба съела. И с крючком забрала. Так, надо как-то отплыть, что ли? Тут только рак один нажимается у меня. Может, я надо как-то подвинуть? Блин. Ладно. Наживка есть. Так, рак тут вообще ни при чем. Что такое? А, вот! Я тебя не видел. Вот так подействует. Ах ты, я сам потонул. Не было даже той рыбы. Аквариум. Она съела всех рыбок. Я думаю, это неправильно. Все равно съела всех рыбок. Ладно. Вообще надо сбросить тебя, мне кажется. Супер корм какой-то. Тумаков сейчас надо дадут. Еще раз тронешь нас, и тебе хана. Странно. Сосед спит, а я, видимо, хотел пострелить стену. Соседи вечно так поступают. Кто-то спит. А я думаю, дайте я посверлю сейчас стену. Так, ладно. А чё ты должен что-то сделать был? Пока он сверлит, ну-ка. Главное, не плачь. Термолотком. Это что-то значит? Жуткие соседи. Да нет, ну а что ты тут должен сделать? Да хватит тебе ныть. Я уже не знаю, что делать. Сейчас просто жмешь подряд. Стена стала толще. Я все слабее и слабее слышу. Почти вообще не слышно. Все, мы его зажали просто. Вот что значит толстые стены. Так, мне надо 1300 какой-то там этаж. Тут не столько этажей. Второй. 15-й. Мне еще далеко ехать. Тысяча. 370. Второй. Ты что-то будешь делать? Так, ну ладно. 1, 3, 4, 10, 12, 15. Может, надо вообще на все подряд жать? Эй, что случилось? Так, давайте жать, 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 жать. Нет, мы проиграли.
На что надо нажать? Ух ты, блин! Надо просто было жать, 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 чтобы все сломалось. А, 13. 13 этаж. Это был всего лишь-то напросто. А там просто какая-то каляка-баляка была. Ну что ж, мы все прошли, все 13 левелов, ребятки. Не забывайте про пальцы вверх. С вами Ладариди. Также подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И еще не раз увидимся. Пока что всем до скорого. Пока-пока.